Канобу.ру представляет. Здравствуйте, дорогие зрители! Сквозь грохот взрывов и свист пуль доносятся интересные вести с полей. Представители издательства Electronic Arts рассказали о итогах первой недели продаж Battlefield 3. Лучше всего игра расходится среди владельцев Xbox 360. Эту версию купили 53% пользователей. 37% пришлись на PlayStation и всего 10% на ПК. Не спешите возмущаться, речь идет только о дисках. Сколько разошлось цифровых копий, традиционно не разглашается. После финала третьей части God of War, казалось бы, продолжать историю не имеет смысла. Месть свершилась, и боги пали. У создателей сериала иной взгляд на этот счет. Недавно они вывесили объявление о вакансии художественного руководителя проекта, посвященного очередному богу войны, так что новой части быть. Вопрос в том, кто займет место главного героя. Разработчики из Playdead подарили миру потрясающую, загадочную, жестокую и красивую головоломку Limbo. Сейчас команда трудится над новой игрой, но не спешит раскрывать подробности. Оказалось, авторы просто не хотят обрекать игроков на долгое ожидание, как это часто бывает у крупных издательств. У нового проекта пока нет названия, но он определенно будет еще более безумным, чем Limbo, и цветным. Недавно в Токио компания Capcom отпраздновала 15-летие сериала Resident Evil. На вечеринке не обошлось без приятной неожиданности. Resident Evil Umbrella Chronicles и Darkside Chronicles перекочуют на приставку PlayStation 3 с поддержкой контроллера Move. Ранее эти игры появились для Nintendo Wii в 2007 и 2009 годах. Точная дата выхода переиздания пока неизвестна. Если магазинчик Steam нас не обманывает, то именно сегодня культовая кибердисциплина Counter-Strike отмечает свой день рождения. Вот уже 11 лет террористы и бойцы спецназа выясняют отношения. И конца края этому не видно. Скоро грядет новая веха в развитии сериала Counter-Strike Global Offensive. Неиссякаемым кажется и творчество постояльцев Канобу. Риф Райдер с пристрастием допросил мифического солдата об игре Modern Warfare 3. Илос перевел любительский фильм о Старкрафте. Nameless One смонтировал необычное превью Rayman Origins. А Скрок от всей души поблагодарил любимый портал. Вчера мы пытались разобраться в психологии новой Лары Крофт, а сегодня вечером отправимся на покорение небес. Смотрите нашу рецензию на последнюю серию Ace Combat. У микрофона был Александр Глаголев. Летной погоды. Too funny.